Все, хотелось бы поздравить всех с Новым годом, с наступающим. Что ты можешь сказать по этому поводу? Да, ну поздравить. Ты сказал бы. Ну поздравить с Новым годом. Ну поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всего хорошего в этом году. Что ты ждешь от 2017-го, ну, будущего года? Как ты думаешь, есть будут какие-то изменения? Я думаю, будут изменения. Я думаю, нас все-таки снесут. Получим мы квартиру в этом году. А в стране? В стране, я думаю, будет все нормально. Потому что у нас президент хороший, мне нравится. Который президент у нас сейчас. Мы поднимемся с колен в конце концов или нет? Я думаю, да. И всех победим, да? Я думаю, да. Потому что вот как говорят, что когда он пришел к власти, Путин, было хреново. Сейчас, мне кажется, становится все лучше и лучше. Я так думаю. А как другие думают, я не знаю. Ага. То есть тебе стало лучше, да? Ну, я так думаю, что да. А, ну, с чем это связано? Боярышник? Нет, боярышник вообще ни о чем. Ты, кстати, как к боярышнику относишься? Никак. Ну, не пью и не советую. То есть, ну ты... Нет, А ты читаешь надписи, которые там на этикетках вообще? Я их вообще не пью, я просто... Нет, а вообще, если ты что-то пьешь, ты читаешь надписи? Ну, то есть, там, допустим, опасно это для здоровья или нет, или можно... Ну, или ты, может... ты знаешь, я если покупаю водку, я покупаю ее в магазине. А, то есть, у тебя все четко? У меня нормально все. Понятно. А итоги 2016 года можешь какие-то подвести? Ну, как вот тебе вообще в целом 2016? Какие успехи там, ну, в целом? И в частности, как у тебя жизнь там изменилась, не изменилась, к лучшему? Сложнее стало жить? Ты или знаешь, наоборот, я полгода не был здесь вообще, в Саратове. Я не полюбил. Ну, а вообще, в целом, как ты считаешь, ну, вот чисто вот как твое экспертное мнение в стране, как оно улучшилось в связи с тем... Ну, ты знаешь, я думаю, что, наверное, да. И самое, и вот в январе улучшилось, что всем этим пенсионерам это самое, ну, доплачивают вот это. То есть пенсионеры... Они довольны. Я, пенсионеры стали лучше жить, да? Ну, пенсионеры, я так думаю, что они довольны в этом плане. Врачи, шахтеры, все стали жить, ну, лучше, врачи, да? Шахтеры, не знаю. Учителя? С ними не общался. Учителя стали лучше жить, как ты думаешь? Учителя даже не вкусно. Это надо, ну, у моей спросить. Она там в школе работает. Да. Всем пока, всем удачи в новом 2017 году. Мы всех победим, и все будет отлично для нас. Мы самые лучшие, и что там? Нет вопросов. Самые лучшие – это мы. Россия вперед! Россия вперед, по-любому. Вот. Японцам Курилы не отдадим, заберем у них всю Японию. Но, ну, если плохо себя вести будет, Аляску заберем. Аляску в штату заберем. В общем, имейте в виду. Так что, блин. А что? А самое лучшее вооружение у кого? У нас. У нас. Вот и все. Самый лучший авианосец у кого? У нас. У нас. Самый лучший истребитель у кого? У нас. И ракеты, которые игиловцы могут из-под земли достать, у кого? У нас. Все же у нас. Вот. Все же все самое у нас. Лучшее у нас. Самый лучший у нас. Вот. Боярышник не самый лучший, правда? Не, ну боярышник, блин. А, это другая тема. Это, ну, там мы еще не доработали пьют. Чуток. Вот, а так, в принципе, все самое лучшее. Боярышник самый лучший. У кого? У нас. От кого травится? У нас. А Трамп чей? Трамп чей? Трамп наш? Да, вот это вообще. Трамп, он же за нас или что? Ну так, по идее, он что-то начал вроде как за нас. А так я вообще его не знаю. Нет, ну все его знают, в принципе. Трамп, говорят, наш. Короче, Трамп наш. Вот. Да куча, пускай да, будет. Наш агент.
На кучу. Заслали. Заслали его. Да, ну нет, вряд ли, бля. Думаешь, нет? Не, ну вот что они вот говорят, что вот эта вот хрень, как его называется, что как его, хакеры там взломали, бля. Ну, хуй с ним. Ну, хакеры, хакеры никто не доказал? Не, хакеры, пускай даже взломали. А может быть и... Наши, не наши, похуй. Нет, а может быть эти хакеры были уже уволены давным-давно, кто нет, его знает. Нет, но факт в том, что смотри. Или это не официальные хакеры, может быть это добровольческие хакеры. Ну, смотри. И, может быть они как смотри. Бы просто... Хакеры, блядь, ну, взломали они и взломали, блядь. Хуй с ним. Но факт в том, что дело-то есть такое у нее, блядь. О, вот это, переписку-то они когда вскрыли. Блядь. Хиллари Клинтон? Да. Ну, есть да. же такая хуйня. То есть косяк, да, косяк есть за ней. Один же хуй есть косяк. Там пускай наши, пускай не наши, пускай там чьи бы они ни были, блядь. Но они взломали, блядь, они посмотрели, блядь. Но есть такое, такая хуйня, блядь. Ну, в смысле, косяк есть вот этот? Есть. Так что извините, блядь. Там бы хоть... Они от нас засланы были, хоть не от нас, да без разницы. Но факт в том, что есть же, блядь. Короче, есть. Против железных фактов. Нет, но факт-то есть. Факт есть в том, что она там, допустим, там что-то там передавала, там туда-сюда. Есть же, блядь. Есть. Логично. Но там наши, не наши, это без разницы. Это могут быть наши, могут быть не наши. Могут, блин, он с этой, блин. Там, с Украины хакеры, могут быть, блин, там, с Белоруссии хакеры. Вот, ну это я а так. А в Белоруссии хакеров нет. Ну, я откуда. Потому что это батька, он запретил всех хакеров, да. И посадил в тюрьму. Ты знаешь об этом? Нет. Ну, я так.